Нави и Home. Ху-ху! Аплодисменты в студию, зал шумит, всем круто. Пупит Дэнди Хвост, Лос Смайл против QQQ, Ланема Кинг Джея, Купит Кэта, да или Икса. Называйте как хотите, называйте как угодно, меня и то устраивает. Результаты вы знаете. Нави на данный момент идут со статой 1-3, у Ехома 2-2. Хомов две ничьи, ничья с Complexity и ничья с командой Invictus Gaming. Ланем на Тинике навалял, ну и посмотрим, как дела пойдут с Нави. Ehome's turn to pick. Morphling. Na'Vi's turn to pick. Na'Vi's turn to pick. Ну, Morphling у Ehome. The sack. Sand King. Ehome's turn to pick. Да. Интересно, сразу все получается, потому что хотелось бы, конечно, чтобы как-то не было морфа врага. Ну да ладно, морф врага есть, придется против него бороться. Лишрак и Сэнкинг Дэндик только что мне в чате написал: Вилат, ты не поверишь, стрёмно, очень стрёмно, очень стрёмно. Вот сейчас руки перестанут труситься, и я их покручу на волшебном. Вот прямо перед матчем в лобби он написал, чтобы надеяться, что Дэндик сейчас действительно покрутит на волшебном. Понятное дело, про стрёмно он, конечно же, троллил, шутил. И чтобы Дэнди было стрёмно, да ему в жизни стрёмно никогда не будет. Дэнди этих Ехомов еще в 2010 году у них дома переворачивал, вертел, крутил и радовал. Так что здесь обязательно, я уверен, что Дэндик отжарит. Ибо что? Ибо отжарить правильно надо. Потому что если не отжарить, то будет нехорошо. Ладно. Тайткантер забирает команда Ехом. И Пудж банит. Смотрите, пока Виспа банят Нави, Пуджа забанили Ехом. Писнули немножко против Дэнди, видимо. Ну, решили, типа, блин. Это ж герой какой. Страшный и ужасный-то, а? Ну и взобанили его. Ну и, наверное, правильно сделали. Другие герои доступны. И Нави обязательно воспользуются возможностью взять этих самых героев и показать Ехомам, как играют в доту у нас тут в Украине. И как правильно вообще надо играть в доту. Ну что, сразу вам скажу к тем, кто нас смотрит в интернетах, что параллельно сейчас идут три игры. И игры довольно интересные. Прямо сейчас на стриме НСа только что начался матч между командами Darrer и МТВ. У Darrer'ов Enchantress, Artstyle на Лишраке, God на Рубике, Darkseer by Magus, Fnatic на Тайде. Против них Виномансер, Профет, Антимаг, Инвокер, Чен. Как вы такое могли отдать, мать вашу, Darrer'а, Darrer'очки? У Darrer'ов тоже 1-3, надо исправляться. Также параллельно на стриме у Матрикса идет второй матч между Complexity и Invictus Gaming. Invictus Gaming первую игру выиграли, сейчас могут выиграть также игру вторую. И на стриме Каспера прямо сейчас стартует матч под номером 2 в паре Tong Fu против Orange. Первую игру выиграли китайцы Tong Fu. И у Tong Fu они сейчас лидеры группы, у них 4 победы. У Orange 3, у IG, кстати, тоже уже 4 победы. У Complexity 2, у Ehome 2, у MTV, Darrer и Na'Vi по одной. Собственно, все понятно. Смотрим. Виндранер забирает над Свинсер. Надо побеждать. Ну, типа, короче, вообще, я где-то читал, что, типа, чтобы выиграть миллион, надо побеждать. Но вот в этой игре, конкретно в этой игре, надо побеждать, потому что, ну, пацаны, ну это же Ехоум. Если не выигрывать у Ехоум, вообще нахрена ехать в Сиэтл, правильно? Вообще, две в доту играть. Квапа, ластпиком, как-то это не по-навишному, что ли?
там Морф, Шторм, Профет, Тайд. И вы знаете, сейчас доберут какую-то гниль по типу Виномансера или Виномансер в бане. Не, Виномансер не в бане. Что можно взять-то, а? Сложную, скорее всего, почалапает нас Профет. Шторм будет в миде, и Морф пойдет в легкую с Тайдхантером. И с кем-то? Вот с кем именно? Осталось три... Вот как я читаю команду E-Home? Вот говорил, что возьмете какую-то гниль Виномансера. И Виномансера не взяли, потому что Вилат все знает. Да, вот именно так. Я этих E-Home, пацаны, я в матчмейкинге E-Home кручу-верчу, как хочу. Ни разу ваше им не проигрывал, так что все нормально. Итак, Na'Vi E-Home подсобрались. 8 утра в Москве, понедельник. Очень скоро, 13 часов, мы уже в эфире с вами. Чувствую, что будет 15, а потом пару часов сна и еще столько же. Но это не важно, это интернешнл, это будет весело. Пошел 14 час эфира и... Хвост на Санкингей, Пупей на Ликантропе, Смайл на Лешрочке, Лост на Виндраннер, Дэнди на Квапе. Ну, Даня, давай, вперед до перемоги, E-Home X. Ладно. Дождем, ладно, все едят себе там уже в паузе, что им там. Опять-таки Твиттер, проснитесь. Я смотрю, что там дырера-дырерочки, там 3-2, артстайл, 2-1, как всегда, просто у Вани 2-1, 1 ассист, у него там война, экшен, сопли и все остальное. Так, я смотрю, что там комплексити пикнули. Лол, комплексити взяли визажа! Пацаны в первой игре взяли Муртретку, а во второй игре взяли Визажа против Invictus Gaming. Ну, 3-9 сосуд, так что ни Муртретка им не помогла, и Визаж тоже. Я думаю, ну, хотя у Визажа есть один уже фраг, но там Профет 4 раза уже фиданул. Там ИГ, скорее всего, выиграет ту игру. Вот Тонгфу, Оранж. Что там интересного? Ничего там интересного нету. Морфы. Разные там. Баунти Хантер. Ну, короче, ересь. Так что... Могло быть покруче. Ладно. Начинается игра, и мы с вами начинаем ее смотреть. Итак, мы знаем, кто на ком. У Na'Vi, у E-Home. У E-Home X, как я уже сказал, играет на Storm Spirit. Q будет опять на тайдик, так же, как против команды Invictus Gaming. Если вы смотрели эту игру, вы помните. Lan'em играет на Морфе, а King Jay на Виномансере и... Cupid Cat или Selena Godness Cat, как он себя называет, я его называю Cupid Cat, PCT, называйте как хотите. Они китайцы, они все не понимают. Ну, посмотрим. Na'Vi пошла вылезка в чужой лес. Здесь, конечно, никого не найдут. Здесь их найдет сейчас волк, вот этот волк, который бегает. Нет, волк их тоже не найдет, потому что волк побегал и ушел. Хвост пошел дальше в леса. Кстати, можно же наткнуться на Кинджея. А, нет, ну, вот, нашли еще пенек. И теперь точно никому не наткнуться, и теперь точно тут не очень ситуация. Могли бы кого-то сразу прижарить, но не получилось, ну да ладно. Так, ну что, разбежались по линиям, Лос остается на своей сложной, в миде будет Дэнди, хвост со Смайла, понятное дело, идет вниз, Пупей здесь будет сразу, боже, говорю, волк их спалит, волк это же был свой, что я несу вообще? Начинает Вилат залипать на 14 час трансляции, 7 утра в Киеве, к чему бы это? Не знаю. Кстати, у меня тут есть Energy Shot, не газованный, не потребно охолоджувати, с таурином, 60 кубичных сантиметров, которые типа должны меня раздуплить. Не успел здесь разбить Фурион Иллюзии, забрал Смайлуха их, если бы не забрал, была бы беда, да? Но в итоге все-таки забрал. Хвост, смотрите, стопит крипа. Ну, потому что этот крип, вы сами знаете, куда он идет. Он идет сейчас уводить вот этих крипов. Браво, браво, хвост хорошо отстопил. Тут уже ничего не получится у Фуриона. Не сможет он вывести вот сюда куда-то крипов. И хвост со Смайлом отлично отыграли. Молодцы. Ну что, Дэнди в миде против Lan'em. Видели мы уже Морфа в миде. Видели его не раз. Ну и на топе проблема будет у Лоста. Но Лост это Лост. Лост знает, как терпеть. Лост знает, что делать. Только так далеко не ходи, Дима. Фух.
Что творит вообще Лост, я не знаю. Вот у него сейчас, ну вы видите, да, сколько осталось хп. Даже меньше, чем на одну тычку. Надо ему пить сразу же фласочку, хавать танго. Ну, Лост все равно дергает нервишки так серьезно. Ну, Ехоум играет по старому азиатскому принципу. Зачем идти в сложную, если ты там экспы не получаешь? Я пойду лучше в лес, раз у нас нету лесника. Все абсолютно оправданно и четко. Нави так сделать не могут, потому что у них лесник есть. И Лосту просто некуда подеваться. Смотрите, у Нави новый пенант. 3-400 пенантов Нави купили. По 99 центов каждый. Я думаю, многие, кто смотрит трансляцию, тоже купили этот пенант. Вымпел. Болеют за Нави. Но больше не было ни у кого. Это однозначно. Ну что ж, 4 квапа и в миде у Дэндика там уже нормально все, потому что Морф 1-0, Дэнди просто обсыкает сейчас Ланема в миде, и просто надо не подпускать. Даня, давайте понаблюдаем, так тут вышел Тайд, ну да, с Тайдом уже стрёмно, потому что этот будет мешать. Давай, Дэнди, динай, чтобы крыса вообще ничего не убила, хорош, и этого динай, Дэнди. Ай, Ланем забрал, все-таки крипа, это просто должна быть трагедия мирового масштаба, весь Львов должен сейчас расстроиться. QQQ напрягает Дэндика для того, чтобы Ланем хоть что-то пофармил, потому что так он ничего не может сделать. Дагер, Ланем получает. Дэнди продолжает его бить, он без крика, он Макси Дагер против Морфа. И делает все абсолютно правильно, заставляет Морфа просто нон-стоп перекачиваться, заставляет его бояться, грубо говоря, самого себя. Ну и QQQ приходится здесь просто тусоваться после Дэндика. Ну, Дэндик, да, 9 на 7, Морф, окей, убил там трех крипов. Честь ему за это и хвала. Смайл в инвизе. Ланем отпивается, сбивай, Смайлуха! И Дэнди может прыгнуть. Нет, ну далее отпиться Ланему. Смайл. Станом попадает. Дэнди здесь. Даггер. Начинает бить. Ланем уходит. Смайл. Смайл. Бежать отсюда. Смайл может умереть. Смайл делает ФБ. Все-таки умирает. Но ФБ остается за командой Нави. 1-1. Ну тут до конца шел. Смайл. Лучше забрать ФБ и умереть. Да, Морфа разменять на Лишрака. Это, в принципе, дело плевое. И все хорошо. Нави забрали ФБ. Жаль, конечно, что не Дэнди, а именно Лишраку досталось ТФБ. Ну и деньги заработаны сразу, конечно, были же потеряны. Ну, летающий Куру, там, Смайл их купит. Ну и все, Ланем сразу ему в дагер в лицо. Дэнди нету. Дэнди знает, что делать. Он сейчас еще повытягивает. Вот тебе дагер, братиш. Иди там, тусуйся себе с дагером. У меня есть банка, говорит Дэнди. Я буду контролировать нижнюю руну, верхнюю руну. Я не буду контролировать, потому что стрёмно. Буду контролировать нижнюю руну. Все правильно делает Дэнди. Ну а снизу Нави Хабост делает то, что он любит делать больше всего и умеет делать больше всего. Ну, понятное дело, что бороться с крипами. Ну, хвоста это вообще 20 на 5. Мы видим, что им пофиг вообще кем фармить. Сынкинг, антимаг, там пофиг, Лосту пытается воровать немножко. Лост, кстати, одного крипа всего-навсего убил. Сейчас еще одного можно украсть. Ай, не получилось. Ну давай этих воруй. Димон, я знаю, ты можешь. Воруй, убивай, чтобы пацанам поменьше экспы было. Дэнди в миде, бедного Аланема гоняет. 16 на 1. 6 на 1 у Ланема. 17-11, Дэнди босс. Даня красавчик, так и надо делать. Кстати, можно было Куру забустить, но Кура все-таки летит вниз туда, несет базилку и еще сейдж масочку. Шесть масочка и базилка, не знаю, это все хвосту или что-то из этого. Также летит Смайл. Здесь Смайл говорит, все, я пошел. Типа, давайте заберем тавер. У меня есть ДД, у меня есть Диаболики и у нас есть Пупей. И это они и будут делать. Счет 1-1, забегает Нави на тавер. Сразу же фортификейшн с первой секунды. Одного крипа успеет тавер убить, того хвост копнет сейчас вот этих всех крипов. Но у него пассивочки нет, не так просто убивается. Пупей тоже сюда зашел, копает. Он сразу вместе с пенечками Фуриона. Пенечки Фуриона напряжные, тавер почти просел. Помогает здесь Диаболиками Смайлуха. 9 секунд сейчас откулдаунится. Ну, пеньки очень сильно мешают. Надо бы их, конечно, поубивать. Это и хвост делает. Ну, хвост красавчик. Хвоста уже аркантапки. Постал уже аркантапки, первый тавер падает. Хорошо, хорошо, ребят, нормально. Когда Вилат комментирует, Нави не могут проиграть. Фурион летит сюда на Дэндика. Дэнди, мацовать, 10 секунд кулдаун. Банка нету, даггером попадает, Дэнди умирает. Эх, Морф, ну четверо тут просто Дэнди убивали. Хвост. Ну, говорит, здоров, Кинг Джей, как твои дела тут? Зря, конечно, летел. Ну, тут Кинг Джей, что он, хвост еще раз может копнуть через 3 секунды, ну, мешал ему тут Ланем. Кинг Джей сразу же отпивается, хвост решил самого Ланема не копать, сейчас Дэнди прилетит, хвост может компьет, Дэнди прыгнуть, Дэс Даггер и все, ГГВП. Ну, у Дэнди крик надо, чтобы, да, быстро убивать, вот Дэнди сейчас появляется и будет лететь. Копает хвост, хорошо, Ланем включил перекачку, молодец, да. Давай ВВОМ. Дэнди должен сюда лететь, Ланем, вы смотрите, у него 90 хп, у него нету регена, завози. Вот то, о чем я говорил. Дэнди причем качнул. Ну, вот крик у него в 2, у него крик в 2 был. А нет, качнул его раньше. Давай за QQQ, хвост. Должен копать хвост. Дэнди прыгает. Даггер, крик.
Ну и Sonic Wave, нету Sonic Wave, нету маны Sonic Wave. Руками замудохали просто хвост Дэнди. 3-2, красавцы. Поехала украинская гвардия команды Na'Vi работать. Все нормально, Ланем вернулся в мид. Обсыкай дальше, 1-2 у него. Дэнди сейчас даггером лицом запустит, так тут надо быть. А, смайлуха, спину, Ланему. Он улетает, просто побоялся. Тавр в миде, можно пытаться забрать. Нет, Пупей со смайлом тут слишком неосторожно так выбежали. И QQQ здесь уже пришел. Да левел 2 этот QQQ на арбузе. А как бы его можно убивать. Здесь Т2 Тавр тоже Na'Vi, кстати, забрали. Этот момент провтыкал. Ланема надо как-то пытаться развести на еще один вейв, и потом пойти убить его, убить арбуза. Это можно сделать. Хоста, тем более. Хоста, забирать Дэнди. Конечно, ну, лучше, конечно, бы хвостяра, но у хвоста есть ультимейт, кстати. И сбивать-то вообще нечем. Вот копает. Они есть тут. Нет, нечем сбивать вообще ультимейт. Смайл. Врывается Дэнди на хосте. Пошел. Гаш, даггер, ТП сюда. Это Шторм Спирит. Бежать в разные стороны. Икс. Якобы 6 левел СПТ, так что, в принципе, неплохо. Кстати, пока Na'Vi устраивали весь этот карнавал, Ласта-то оставили одного, Лоста 3 левел, ну, втроем здесь тусоваться нет смысла, хвост, ну, хвоста-то делать нечего. Хвоста линию распушил, да, то есть 1300 голды, у него, блин, на 10-й минуте может быть даггер. Главное сейчас вот кого-то из них еще раз убить, забрать этот тавр, пойти забрать второй тавр. Все нормально, там у Смайлухи уже должны быть третьи диаболики, они еще вторые, еще 4-й левел, что-то... Секспой не очень. Пупей. Какой левел? Пупей. Шестой. Врываться, убивать. Пацаны, там второй левел тайт. Вы чё? Лост умирает от Икса на топе. Ну, вот в миде засветился этот. Ну, сейчас знает, что на топе все и надо врываться. Na'Vi должны это делать быстро. Дэнди прыгает. Даггер в кого-то. Ни в кого не дает. Просто на тавр нападает сейчас Na'Vi. Ланем. Боится что-либо делать. У него шестой левел. Будет уже репликейт. Ну, сейчас будет уже... потяжелее его убивать, и здесь тавр надо дефить. Юзается глиф, будет ли кто-то сюда лететь? Должны сюда лететь, здесь уже лос нашивает. Поубивать вардишки виномансера, и вот смотрите, атака, атака, план капкан команды Na'Vi. Хвост вместе с ним, Смайл Дэнди обходят. Здесь просто в рассыпную, бежать, пацаны. А, Икс решил, что он самый умный, да? Ну окей, хвост таких уважает. Здорово, говорит Дэнди. У Икса 39 на 16 был крипстат, был очень хороший крипстат. Был крипстат, потому что дальше у него будет беда. Четыре-три. Хвост продолжает копать все, что можно копать. 1600 голды, этот тавр забрать, есть даггер. С даггером все. С даггером вот это вот эти вот пацаны, вот этот вот пацан 625 хп, вот этот вот пацан 720 хп, левел 3. Эти пацаны вообще не будут сверкать. 700 хп, все, 700 хп, хвост, копнуть не может, бей его, Вася, вас обижать, ай, не хватило маны, вот халепа, хвост мог забирать сейчас фраг, улетел он вниз, почти у него это получилось, и вот одной тысячи не хватило для того, чтобы убить, жаль, дарара, дарарочки, тем временем со счетом 11-13 проигрывает у Mortal Teamwork, это первая карта, комментирует игру NES, сейчас напоминаю. Так что, если кто болеет за Дарроров Дарророчков, то переключаемся на трансляцию NES. Найти ее можно, опять-таки, я уже повторял 10 тысяч раз, на Т2 Старла ДТВ. Хвост даггером. Хвост даггером. 8 минута, 59 секунда. Здорово, пацаны, говорит хвост. У меня даггер. И продолжает фармить. 49 на 5. Лучший крипстат на карте. Ну, вот у троих игроков Na'Vi лучше, ну, да понятно, там, у Лоста и у Смайла, в принципе, оно им не надо. Лост стоял сложную против триплы, так что его там винить нечем. Лост взял 5-й левел, умер только один раз, есть у него один ассист, так что все хорошо. Тут, пацаны, что-то задумали, Лост увидел пауэршотом, что здесь стоят втроем. В миде Дэнди, ну, без Дэнди нет смысла, Дэнди пошел убивать Фуриона. Дэнди пошел убивать Фуриона. Айпеньки спалили, Фурион бежать, конечно. Конечно, все, тут Дэнди, я думаю, сейчас выйдет и поймет, что ничего ему здесь не светит, но у него 8-й левел, уже у Дэнди, как косарь, 300 голды, по деньгам Na'Vi впереди, ёшкин кот, 16 тысяч на 8700, по XP 4К, Na'Vi должны вот сейчас просто не отпускать Ихом, то есть, просто Ихом же такая команда, что если их отпустишь, потом придется расхлебываться, 10 минут ровно сыграно. Последний матч группы Б, 3-го тура, последний матч сегодняшнего дня. Ну, хвост красавчик, конечно. Всегда нравится, как этот человек просто-напросто контролит крипов. Четко знает, что, когда, как делать. Пупей, кстати, медальон есть уже. И Владмирс на тавр заходит. Икс просто улетает сюда, потому что... Ага, тавр просто сюда забирает. Вот Фуриона довольно больно залетает. Забирает ли контрол вышечку? Ребята, это уже четвертая вышка. Здесь тем временем проблемы у Дэнди. Дэнди! Дэнди! Улетит же!
Хорош летает, тычка летит, смотрите за ним. Она бы ему, ну, конечно, Дэнди еще смог сошел, чтобы быстрее добираться и побежал блинками. Давай, давай, на топ надо быстро. Надо быстро сейчас реагировать. Дэнди красавчик, ушел там от всех. Заставил их стпшиться. Т2 тавер на топе будет забирать Нави. Это будет уже пятая вышка в их активе. Четвертый левел тайт. Пятый левел виномансер. Это же просто борода. То есть вы посмотрите, тут 9, 8, 7. Ну, 3 седьмых там хорошо, но все остальные это левела-то голимые. Да, Пупей-то с ультом, 7-й левел, есть медальон, будет не некра. Пупей вытягивает на себя, нормально, сейчас его тавр будет бить. А, нет, тавр бьет крипов. Нави. Где Дэнди? Дэнди в миде. Дэнди в миде. Наверное, надо ему сюда подойти, но он сначала по пушлинию, теперь сюда пойдет. Опа, сейчас будет встреча на Эльбе, нет? Тут икс, икс с банкой, побежали волки. Волки у нас невидимые, вот, видят они Тайт Хунтера, видят они Марфа, видят они абсолютно все, хвост уже готов врываться у хвоста, главное, чтобы ему хватило маны, ему не надо было сейчас юзать аркан тапки, ему надо было прыгнуть, потом юзать аркан тапки, а, хотя у него так была неполная мана, была бы беда. Все, все, зашли за тавр. Просто не дают даже сюда подойти. Счет 4-3. Ну, по таварам-то тотальный овныш. Ну, туда сейчас пытается забрать Фурион. Первую вышку, скорее всего, заберет. На топе поймали Ланема. Здесь их затягивает Смайлуху. Смайлуха, живи! Смайлуха, живи! Живет! Минус раз. Минус два. Фурион здесь. Закрыли ласта. Лос живет. Дэнди. Ультанул. До этого сейчас нет ульта. Двоих убили. Здесь... Кто-то улетал, Сэнкин врывается, минус 3, не отпускает, минус 4, вот это да, один виномансер, браво, браво, пацаны, тавр забили, на Т3, не? Не хотят. Хвост там стану ульт. Забирает Т2, минус 4 делает Нави и забирает Т2 тавр. Преимущество просто невероятное, пацаны раздуплились, я с Дэнди провел беседу перед матчем, он мне пообещал, что будет тащить. Ну видите, не врет. 4-1, 2-0 хвост, 4 ассиста, 1-0 пупей, 1-1 смайлуха, ну ласта 0-1, ну такое это, Дима, ну можно. Хвост, 4-й эпизод без пассивки, пассивка для лохов. Я тоже это читал на форуме на одном. Дэнди уже с мистик стафом. Таврона забирали, бабла, 10к, экспы 7,5. Опа, что здесь? Ланем, Ланем, аквила тапок, смайл видит его. Иллюзии не страшны. Ланем, нет у него репликейта. Если поймать, будет беда. Если Дэнди соберет быстрый хекс, будет вообще беда. Здесь Лос собирает Меку. И соберет же ее рано или поздно. Но мы слышим хаули здесь по всей карте. От Пупея раздаются. Отпил я водицы родниковой. Чтобы дышать было лучше. Потому что что-то я начал закашливаться под утро. Странно, странно. Итак, Лос на топ двигается. Тут уже хвост. Хвост без ульта, но у хвоста все отлично. Хвост начал собирать вейлов. Дискорд прыгает на икса. Не достает под копом. Что у икс, конечно, очень четко здесь отвейдил. Летел буквально на сантиметре, увидев уже хвоста, который блинкуется. Хвост скоро будет 11 левел, Лост улетает отсюда подальше, Лост улетает вниз, не дает Ланему пушить линию, потеряли один тавр Нави, но один тавр не беда, могло быть все намного хуже. Смайлуха в миде у нас против Кипеткета, Хвост, Хвост, Дагер, Хелм, Фарен, Вилл, Робов, Маги, так, Дэнди кого-то идет искать, найдет Икса, нет Хикса, как Икса убивать без Хикса. Это Икса без Хикса, не убил без Хикса он Икса. И тут еще целая бригада, движуха Пепси, просто Ехомов подошла. А наши-то братюни здесь! Дэнди контролит вообще. I'm controlling you, bitch. Это называется Дэнди. Крик, ульт, Тайти 2 живой, дай ему дагер в лицо. Сэнкин копает, Икса надо убивать. Икс все-таки уходит, у него мало маны. Пупей, куда ж ты побежал-то, Пупей? Пупей решил, побью-ка я репликейт. Нормально, могли еще забирать Икса, он прилетел, мана закончилась, но я думаю, он через хайграунд бы все равно перепрыгнул. Не смог до конца. Дэндюша, 1200.
Ну, слишком быстро, по-моему, все сделал Дэнди. Надо было подождать, блин, секунду, чтобы хвост капнул, а потом Дэнди крикнул, как бы там по всем там попал ультом, может быть, там еще кто-то ворвался. Ну, короче, как-то так надо было сделать. Ну, сделать чуть не так, ну да ладно. Хауль левел 2, Пупей продолжает фармить. Здесь некрономиконы будут вот-вот уже через несколько секунд. О, Лост, я думаю, тоже потом сделает какие-то некра, может быть, нет. Здесь мы видим ПТ, Брасер у Смайлухи, у Дэнди ничего. Смотрим по Ехомам, что там у QQQ мы видим... Тапок и Magic Wand. Здесь у Ланема есть у нас Тапок, есть у нас Belt of Giant Strange, есть Акуила, которая будет ПТ. У Фуриона, наконец-то Фурион без меда, слава тебе господи, Belt of Giant Strange, Boots of Speed, Мека и Базилка, King Джей, Тапок, две гантели, варды, Magic Wand. Ну и у Икса 2-0 талисмана, ПТ банка и Magic Wand то же самое. В куре летит что-то, это летит ПТ. Товарищ Фуриону. Конечно же, кому же еще? Нави не надо отпускать. 9-3 счет, 17 минута игры. И вот вообще надо как-то сейчас... Надо. Конечно, надо. Надо просто выигрывать в доту. И все будет нормально. Я знаю, как выигрывать в доту и без меня. Пацаны, они серьезные. Купит кат. Фармит энжентов здесь. Да и на здоровье. Пусть все пофармит. Наших вот три пацана в топе. Ликантроп, Квапа и Сенкинг, у них все нормально, у Ликантропа вообще все прилично. Дэнди 88 на 22, Дэнди медленно и уверенно идет к своему Хиксу, ему осталось буквально 1200 голды, и будет у него уже Хиксуля, а с Хиксуля мы уже будем убивать и Морфа, и Штом Спирит, и кого угодно. Главное не терять товара, вот здесь сюда сразу надо уже лететь. Кто будет лететь? Надо маяковать, нет, пытается Нави забрать последние Т2 Тауэра, потом уже лететь на деф. Фурион сюда напугал, что прилетит, летит он все-таки сюда, да, и будет здесь забирать и хомы. Потому что, ну а Нави что, будет лететь? Нави понимает, что здесь дефит не будет, наверное, надо бы кому-то сюда прилететь. Или разлетается, Ехом это отсюда разлетелись, да, Фурион потом прилетит, Тайт отсюда улетел. Ну и Смайлуха, вы смотрите, забирает Тауэр, Дэнни тем временем вместе с Апопеем забирали Рошана. Есть уже некрочи, правда, пока в стэше у Пупея, он как профессиональный дотер с Исикапа, будет ждать, пока у него будет три рецепта, чтобы принести сразу некро 3, такой, опа, у меня некро 3, типа, никто не знал, прыгает на фурион, типа, аут, Дэнди сбить нечем, Хекс пока не готов, 2500, Хекс-то уже можно идти покупать, откуда у меня деньги берутся, у него только что было, намного меньше, у него только что было, что там 1300, И тут внезапно просто Даня 2500, сколько он там уже за игру-то нафармил. 9300, конечно, больше всех. Тут хвоста 7700, Пупей 7400, Дэнди, Красавелла. Ну и по баблу посмотрим сейчас статистику. 14к, по XP 12к, нельзя проигрывать. Ну что, в миде идут, надо подраться. Здесь с ними надо подраться. Вот, волки грызут. Волков поубивали, ну, почти всех. И Смайл в инвизе. И Смайл в инвизе. Смайл готов врываться. Дэнди, хвост, копает Кинг Джея. Тайт Хантер здесь, идет ультовать. Ульт Дэнди был лишним. Хиксует он Тайда, убить его, не дать ему здесь зайвкастовать Рейвидж. Айвкастовал Рейвидж, это плохо. Дэй, Смайл может умереть, нет, есть Мека. Икс все-таки притягивает Смайл, убивает хвост, опять копает двоих, прячется в песок. Хвост пытается уйти, юзает Сик, он живой. Икс его догоняет, убивает все-таки хвоста, размен 2 в 2. Дэнди, боже, ушел Дэнди на 15 хп. Хреновая была драка, очень хреновая была драка. Вот, и Дэнди умрет. Нет! Дэнди! В Морфа! Дагер! Упей! Нет, ну Морф, ничего ты ему не сделаешь. Дэнди, прыгай дальше! На Ланема! Да тут Икс, Дэнди! Да что ж ты делаешь, малыш? Теряет Эггис Дэнди. Окей, Ланема убили. Что творит Дэнди-то, а? Любит он Ехому просто постоянно. А тут Икс без маны! Икс без маны! А Дэнди с Хиксом! Ну, ай! Тут и QQQ побоялся Дэнди. Побоялся Даня, говорит, Даня, боже, Даня побоялся. Denied Smile Tower по миду. 12 на 5, но видим, Ехомы драться могут, потому что шторм становится более-менее плотным. Самое главное, что только что убили Морфами, 140 голды, но у него вообще ничего пока нету. А, да, просто ПТ, Куилл, и это очень хорошо. 20 минута игры у нас идет. Дрера, дрерочки, 14-18 проигрывают у МТВ. Ну и Дрера там игра не идет. Начали они... Но ура, первую игру Orange выиграли, после этого, вот видите, уже пятую игру подряд проигрывают. Ой, четвертую игру подряд проигрывают. Ну, а это еще не самые сильные враги у них, скажем так. Приносит Смайл все поинт бустер, хвост уже с Вейлов Дискордом, поэтому будет больно. О, так, до свидания, Кинг Джей. Но, ой-ой-ой-ой-ой, Кинг Джей-то умирает, но хвост Дэнди тоже.
Да, пацаны, вот сейчас преимущество, по-моему, было просрано. Сейчас преимущество, которое Нави нарабатывали, может быть, просто-напросто вот в один момент просто-напросто упущено. Вот эти врывы, да, я понимаю настроение, полетели, убили, вау, мы крутые, Нави, ого, удачи, мы супер пацаны, поехали убивать, но, вы видите, не всегда это работает, абсолютно не всегда это работает, и вот сейчас вот опять-таки ворвались на King Jay, да, его убили вдвоем, 20 за King Jay, да, сам King Papa, два основных фармера, это вообще, брода, хорошо, что там хоть не было Ликантропа, который не полетел туда отдаваться. Ланем купит кат. Продолжает фармить. Ланем, мы видим, появляется уже у Гаракс. Будет у него рано или поздно БКБшка. Ну туда, по 112, крипстаты. Хорошо, нафармили больше. Но в драках же надо реализовывать. Ну и понимает, что морф-то очень опасный, неприятный герой. Некро 3 уже есть у Пупея. Хорошо, Некро 3 это приличная штука. Смог, поехали. Смог, поехали все без Дэнди. Дэнди просто прилетит. Дэнди тоже собирает БКБ. Да не 192 крипстат, так что здесь. Купей, видно его. Ой, хвост не попадает ни по кабу, дает вейл. Тайда, надо убивать. Тайд с рейвиджем. Умирает Тайд, хорошо, не кастовал. Нормально, ульф Уриона пробил, но не всех. Купей продолжает бить, Тайда не будет 25 секунд, Дэнни подходит, будет заходить на Т3 Нави. Будут заходить Нави на Т3, давай, пацаны. Так, есть у Сункинга ультимейт еще, не забываем. Купей вошел, с третьими некрами, сейчас будет хауль, 16 секунд, смотрите, как быстро падает тауэр, врывается сюда Икс. Спрят Купей, у Купея нет ульта, не забываем, Икс тут фиксия бегает, Хекс прозран, Т3 тауэр упал. Некрономиконы побежали дальше на Ланема, Ланем убил Некрономикона, смотрите, полхапа, я просто сразу потерял. Еще один некрос тут бегает, тут, ну все, ушли Нави, спокойно, Т3 забрали, все четко, надо дождаться, пока, да, откулдаунится некрономиконы, пока откулдаунится ульту Пупея, 22 секунды, и потом заходить, да, вот просто дождаться вот этих вот крипов, и сразу можно будет заходить на браке. Нави так и будет делать, так и надо делать, братюни. Так. Опа, врыв сюда, вяжет лос двоих. Дэнни прыгает, ультует, подкоп по твоим, по фейлам, дискордом, отлично, минус один, минус два, кью-кью-кью, убейте гада, убивает кью-кью-кью, умирает он, икса, захиксели под медалька, минус 4, были байбеки, неважно, ловить кюпиткета, вяжет лос, два шикл-шота легендарных за драку, минус 5 делают Нави, был байбек от Морфа, трипл килл делает хвост на Сэмкинге, а у икса есть байбек, надо заставлять его делать, тут тоже есть байбек, сейчас будет два байбека очень быстро, но бараки надо сносить, будет сейчас третий некрономиконы, есть один байбек. Виномастер появляется, почему не делает X-байбек? Он понял, что все равно сторона потеряна. Нави на вторую пойдут. Нави пойдут на вторую, нормально, убиваем второй барак. Или пойдем просто по миду, Т4 ломать. Или уйдем. Нормально, собрали мид, уходим. Спокойствие, только спокойствие. Нави знает, как играть, если Галат комментирует, Нави не проигрывает. Все нормально. Вспомните прошлый International. Кстати, неприятная информация, завтра у меня матчей Нави, по-моему, нету. Хабост. Хабост, 1200 денег. Дэнди, БКБ, а вот буквально 200 колды осталось. Вот этих бомжей сформить и будет. Если Пупей у него их не украдет. Нет, Пупей у него их не ворует. Команда все-таки, да. Ну и на топ сразу заходить, не отпускать просто. Ехома, тут у Тайдхантера целых 67 секунд. Драйвиджа, и просто заходим, убиваем, правильно? Дэнди еще разбивает вардушечки. Ну, тут не палец, да, все знают, что Нави сейчас будут заходить. Снизу там Ланем, Икс, они идут на Т2, да забирайте на здоровье. Боже, Нави сейчас будут заходить просто на Т3, вам все равно сюда придется всем делать ТП. Причем ТП придется делать по очереди. Итак, Дэнди. Лост. Хвост. Пей. Radiant's bottom tower is under attack. Забегает на ХГ. Поехали. Некро 3. Хауль. Волки. Грызем. Есть глиф. Юзает его Ехоуме сразу же. Намансер тут пытается вардами вставляться. Морф вошел. Некро 3 на него. Нет. Некро 3 ломает тавр. Все правильно. Пусть убивает их морф. У него пол хп просто несется. Тавр падает. Нормально. Теперь отошли. Подождали 30 секунд. Зашли на бараки. Смайл. Ничего не боится. Ой-ой-ой, Стана попал по Ланему. Лост.
побили немножечко. Смайл не хотел по нему подать, случайно получилось. Ой-ой-ой-ой, АБКБ того штормспирита. Ребят, неприятная штукенция. Фурион, видите, здесь пушит линию, надо заходить на бараки. Заходит на бараки, вот он Хауль. Пупей, пошел ломать. Ланем пытается ему мешать, бараки надо бить сильнее. Икс ходит, копает его, Икс не успеет БКБ включить. Минус Икс на БКБ. Ланем пытается жить, уходит отсюда. Скорее всего, не уйдет он. Нет, все-таки отпихивает себя Дэнди. За ним минус Ланем, минус 2. Фурион здесь дерется, копает его хвост. Дэнди тоже должен делать этот фраг. Да, Дэнди делает фраг. Дэнди делает трипл килл. Дэнди, дайте ему еще кью-кью-кью. Дэнди делает ультра килл. Где этот пятый китаец? Где этот виномансер? Где этот рэмпэдж? Дэнди, браво, Нави. Вот так надо играть в доту. А не так, как они играли против IG или против других. 1-0 Нави. Все отлично. Брависсимо! Пятиминутная пауза, я возвращаюсь в трансляцию Na'Vi против E-Home. Вторая игра нас ждет в 7:20 по киевскому времени, поэтому далеко не убегайте, я очень скоро вернусь, и игра будет такая же крутая, поверьте мне. Хе-хе!